Так сходу трудно сказать. Во-первых, принимаю, абсолютно. Вот принимаю, при всей, так сказать, насильственности этой трактовки, да, что называется, Шекспиром обошлись без особого почтения. Но это же, собственно говоря, и не Шекспир. А очень глубокий спектакль. В общем-то, ну что сказать. Вот то, что написано в программке, «Конец света», «Пир мертвецов». И это, собственно говоря, это наша история, это мы. В общем, замечательно, глубоко, страшно и очень смешно. А это как раз Шекспир, где страшно и смешно вперемешку, и бутафорская кровь, и настоящая трагедия.